Президент Ильхам Алиев ознакомился с современными автомобилями скорой медицинской помощи, закупленными государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. Председатель правления агентства Заур Алиев проинформировал главу государства о новых амбулансах, позволяющих оказывать скорую медицинскую помощь при эвакуации больных, чья жизнь находится в опасности. Было сообщено, что целью приобретения автомобилей является повышение качества оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению. Автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием, что позволяет начать лечение пациента уже по дороге в медицинское учреждение и безопасно перевозить пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Уровень оснащенности амбулансов позволяет оказывать пациентам всю необходимую первую, скорую и неотложную медицинскую помощь и проводить реанимационные мероприятия. Транспортные средства обеспечивают комфортное и безопасное передвижение бригад скорой медицинской помощи в условиях горного рельефа и бездорожья. Заур Алиев сообщил, что после введения обязательного медицинского страхования в общей сложности закуплено 349 амбулансов.